ребятушки, вещаю из Минска. Блог, конечно же, будет не только про английский, а и про путешествия, а также про саморазвитие, про фитнес, потому что я себе поставил несколько новых целей в фитнесе и буду, естественно, к ним стремиться. Вот, также буду путешествовать. Хочу этим летом проехать по родной стране, по Беларуси, и показать Беларусь в ярких красках. Надеюсь, и вам тоже понравится. Вот она уже идет, и я хочу подарить ей тюльпанчики. И их 9 штук, ровно столько, как ее любимое число. Сейчас. Such a beautiful girl. Приветик. Привет. Вот тебе тюльпаны. И я очень надеюсь, что тебе именно понравится цвет. Очень. Да, а здесь их ровно 9, так как это твое любимое число. И тут 2 совпадения. Твой любимый цвет и число. И твое число, да. И сегодня 8 марта вообще. Вообще чудесно. Вот. Куда мы сегодня собираемся? Вот, мы собираемся на спектакль. И как он называется, скажи? Любовнички, да, именно любовнички. И кого мы там увидим, кто будет в главной роли? Глушко, Тарзан, суперзвезда, плюс Андрей там... Андрей знает всех. Ну, не то чтобы всех, но знаю самых основных таких, да, суперзвезд, конечно же. И это такое будет воодушевление посмотреть, конечно же, на такой спектакль на 8 марта с цветочками. И очень круто, на самом-то деле, очень классно. Что я еще хотел добавить? По поводу того, что это будет комедия, это раз. И кстати, в одной из афиш, ну там, где я покупал билеты, там было написано «Не обосмейтесь». Ты понимаешь фишку? Да, смотрите, кстати, давайте немножко про английский язык. Громко смеяться, вот, ухахатываться и вообще заходиться от смеха – это laugh out loud. Или laugh out loud, если говорить американским акцентом, а не британским. Также любовнички переводятся lovers. Lover – любовник. Lovers – любовнички. Вот. Нам хорошего вечера. У нас еще будет мини-прогулочка перед сеансом. Вот. Класс, класс. Какой день солнечный. Как прекрасно. Там солнце заходит за нами. Где оно? Не фокусируется. Ну ладно. Спектакль же будет в Центральном доме офицеров, так и называется это место. Да. Отлично. Начали впускать всех. Класс. И здесь будем смотреть. Какое место. Класс. Класс. Вообще. Идем тут гардеробчик направо вниз. Класс. Вот это круто. Такие высокие ребята идут на спектакль. Супер.
Ну как тебе впечатление? Все хорошо. Вообще все чудесно, настолько чудесно. Я уже в предвкушении. Просто такой ветер классный. Потрясающе. Я вообще насмеялся. Комедия классная. Как тебе? Да, все классно. Да, и в конце узнали, что, оказывается, у Сергея Глушко 8 марта день рождения. И у него, так как родители здесь живут, он по традиции сюда приезжает и проводит спектакли. Прикольно вообще. Вот. Так, вечер продолжается. Под чудесные пиццы и фильм с Пьером Ришаром. И как вы могли заметить, Пьер Ричард по-английски. И ему, кстати, в 2024 году уже 89 лет и будет 90. Потрясающий актер. Очень классная комедия у него, конечно. И всем хорошего дня. Всем пока. До следующего видео.